Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тимофей Данишевский. Вы на канале «Мистическая корпорация». Я вернулся в дом, в котором из прошлого видео, которое вы можете посмотреть в описании, будет. Мы здесь были, с Романом уже приходили, который сейчас в армии. И мы здесь ничего не заметили с ним вдвоем. Ничего абсолютно не происходило. Но вернувшись сюда, я расспросил у местных, что же это за дом. На самом-то деле в этом самом доме жила ведьма. Один из местных жителей рассказал мне, что эта ведьма, которая здесь жила, очень долго не могла умереть. Я слышал, что ведьма, есть такое поверье, что ведьмы, не передав свой дар, не могут умереть. Она очень долго мучилась, кричала, звала к себе, чтобы кому-то передать свою силу к ней. Всем было страшно, жутко, что смогут нести на себе этот крест, эту ношу, или, как лучше сказать, проклятие. Тот человек, который поделился со мной этой историей, ему это рассказывала его мама. В этом доме, когда она умирала, слышали жуткие крики. Только лишь тогда, когда крики прекратились, люди зашли сюда и обнаружили труп. Ведьма умерла в этот вечер. Сегодня мы с вами будем проводить сеанс ЭГФ. Я взял на этот раз с собой соль, потому что мне уже здесь не по себе. У меня какие-то чисто ощущения, как будто здесь кто-то есть, как будто здесь в этом доме кто-то находится. Никаких шорохов, движений, передвижений предметов я здесь не заметил, находясь здесь уже какое-то время. Сейчас я зажгу свечи, расставлю камеры, одна будет снимать меня отсюда, вторая с того угла. Я думаю, дальше этой комнаты мы никуда выходить не будем. Позадаем вопрос. Начнем с того, что я сейчас приготовлюсь, включу ЭГФ, зажгу свечи и включусь, когда все будет готово. Так, друзья, я взял с собой соли. Сейчас я посыплю порог этого дома, чтобы ничего за собой не утащить домой. Думаю, будет нормально. Так, сейчас я возвращаюсь в комнату. И мы приступим к сеансу ЭГФ. Я все подготовил. Камера одна стоит здесь. Свет. Зажег свечи. Здесь свечи. ЭГФ. Прибор нам сегодня, я думаю, не понадобится. Ну, я оставлю его включенным и просто поставлю. О, блин. Поставлю его где-нибудь. Вот тут. Возможно. Да, пусть вот так вот здесь стоит. Наш прибор. А сейчас я начинаю сеанс ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Я всегда тут. Как твое имя? Как твое имя?
мне к тебе обращаться? Как мне к тебе обращаться? Как мне к тебе обращаться? Как обращаться мне к тебе? Нет имени. Ты демон? Ты демон? Я тебя ждала. Ты женщина, которая здесь умерла? Ты женщина, которая здесь умерла? Я еще тут. Ты была ведьмой? Ты была ведьмой? Я многое умела. Ты занималась колдовством? Ты занималась здесь колдовством? Это моя сила. Откуда у тебя эта сила? Откуда у тебя эта сила? Забрала. У кого ты забрала эту силу? Кто тебе ее передал? У кого забрала ты эту силу? Возьми ее. Мне не нужна твоя сила. Мне не нужна. Нет, нет. Возьми ее.
не вырубается. Я забыл. Не могу вообще глаза. Твою мать. Так, надо уходить отсюда, короче. Чё? Я отдышусь никак. Тут друзья, всё же мне какой выход. Голова не могу, раскалывается просто. Соль закончилась. Надо валить отсюда. Надо срочно валить. Друзья, у меня чисто голова раскалывается, я уже не могу. Вы сами видели. Я не знаю, как я выберусь вообще отсюда или нет. Я сейчас соберу вещи и ухожу отсюда. Друзья, я ухожу отсюда, короче. Нет, друзья, при всем желании я сюда я больше не вернусь никогда.
друзья. В общем, со мной все нормально. Я не смог уехать домой. Я остался в машине, там, возле этого дома. У меня дико болела голова, и я лег спать прямо в тачке. Это было что-то нечто на самом деле. Первый раз я вообще теряю сознание. Не могу никак это объяснить. Это мне было дико страшно. Сейчас вроде бы со мной все нормально. Но то, что произошло в эту ночь, это у меня просто в голове не укладывается. Хорошо, что я рассыпал соль заранее, перед тем, как выйти из этого дома. Я думаю, ничего я за собой не утащил. И за это я действительно, в этот раз я действительно переживал. Вот. Видео, как бы, вы уже посмотрели, видели сами все. Меня больше всего удивило то, что вы знаете, что ЭГФ недоработан, и он вырубался постоянно. Я нажимал на кнопку, чтобы запускать Powerbank. После того, как меня выключило, когда я упал на пол, ЭГФ работал в постоянном режиме и не вырубался. Вот это меня дико удивило после того, как я сейчас пересмотрел ролики. Это на самом деле жестко. Это видео для того, чтобы узнать, что со мной все хорошо, и я еду на работу. Эти два видоса, надеюсь, вам понравились. ЭГФ в доме сектантов и ЭГФ в доме ведьмы. До встречи через 2 недели.